Ольга Кэлэ. Послушала 3 часа, все интересно, вдохновляет, но чего-то не хватает. Переслушала полностью еще раз. Нашла. Когда вы изящно выпрашиваете лайки, я улыбаюсь. А сегодня не было этого момента. Понятно, что ежедневно быть навязчивым не очень приятная участь. Да я забываю просто про это. Для меня это неестественно что-то просить. Но с другой стороны, развивать канал надо, поэтому... Это приятно, когда люди понимают и там нажимают на этот лайк долбанный. Ну вот, но меня удивляет другое. Нещедрость смотрящих. Если хоть одна упомянутая деталь чуть-чуть изменила видение или помогла в работе, но почему бы не нажать на поднятый палец? Это же бесплатно. Если люди даже в малом нещедры, как можно ждать щедрот от окружающего мира? От красок, от холста, от движения собственной руки. Они ровно настолько же прижимисты, как те, кто им пытается управлять. Зритель, будь щедрее, и мир ответит тебе тем же. Всем больших творческих открытий, щедрым и не очень. Спасибо, Ольга Кэлэ. Ну, я согласен с вами. Если мы подставляем под чайник, например, чашечку с закрытой крышечкой, то в нее ничего вообще не попадет. Я к тому, что если мы закрыты, то что мы вообще можем дать, если туда ничего не наполнилось внутрь? Мы же закрыли чашечку нашу, кастрюльку закрыли, и туда сыпем в чего-то. И воду, и всякие составы. А она мимо скатывается все. В кастрюле ничего не попадает. Ну и другим не попадет. Ну, хорошая же истина, что отдал, то твое, правда? Я исхожу из этого. Ну и чтобы отдать, нужно наполниться. Это постоянный процесс, круговорот воды в природе. Солнышко нагревает море, водичка испаряется, потом дождичком на нас сыпет животворным. Ну, это азбучные истины. Ирина Елесина тоже в комментарии написала, согласна, но есть еще выражение величия души, то есть щедрость души. А если художник прижимист, то он сам же и закрывает творческое движение в себе. Так думаю, ну согласен, конечно же. Ну, здесь собрались, в общем, открытые люди, которые в нашей команде, да? Поэтому я надеюсь, что все в порядке. Спасибо большое, Ольга и Ирина. Ну, поедем дальше. Хочу начать рисовать. Татьяна Фаэтона. Могу ли я рассчитывать на Нобелевскую премию? Лайки ставлю всегда. Ну вот, раз лайки ставите, конечно, премия обеспечена. А насчет рисовать? Ну, мы же не для Нобелевской премии рисуем. Дадут, не дадут. А я даже не знаю, вот давали ли художникам Нобелевскую премию. Это прям очень интересный факт. Если кто-то знает, напишите. Писателям давали, а художникам интересное дело. О, надо Татьяна Фаэтона это дело исправить. Надо научиться рисовать, чтобы получить премию Нобелевскую. Ну, грамоту хотя бы Нобелевскую. Повесить можно будет прямо на видном месте дома, в красном углу. Все будут заходить и аплодировать, и счастье в доме будет. Ну, шутки шутками, Татьяна. Мне кажется, мы рисуем не для премий. Это дело второе, и не наше. Нам не дано предугадать, да, как наше слово отзовется. Наше дело сделать. Наше дело нарисовать. После этого, как мы сделали произведение, оно живет своей жизнью. Мы к этой жизни уже не имеем никакого отношения. Я предлагаю сосредоточить внимание не на Нобелевской премии, а хочу начать рисовать вот на этом, научиться рисовать. И на это уйдут не один, в общем, десяток лет, извините. Дорога долгая и нелегкая. Может, не надо тогда начинать? Я хочу сразу предупредить. Расчет на быстрый успех здесь, наверное, не очень уместен. Потому что конкуренция, и потому что нужно выявить и вытащить что-то
новое. И чтобы это было мастерство, и чтобы по-новому. Ну, по-новому, допустим, это само вылезет, а вот мастерство. Вот как тут быть? Тут надо поработать. Но я за. Если желание сильное есть, то успех обеспечен. Здравствуйте. Так, спасибо за видео. Вопрос. Правда ли, что смешивать больше трех цветов получится грязь? Да нет. Почему грязь? Нет. И где грань, когда сложный цвет становится грязным? Спасибо. Александр написал. Александр, но дело даже не в том, что один цвет становится грязью. Да может быть серый такой, что в соседстве с ним этот серый так сильно работает. Такой благородный, серебристый серый. И это совсем не грязный. Мне кажется, не очень правильно поставлен вопрос. Тут все ведь в соседстве цветов. В соседстве. Один, другой, третий. И вот эти один, другой, третий, их соотношение может быть гармоничным, то есть соразмерным, а может быть негармоничным. Вот точно определить, что есть гармония, но не получится, потому что это некая такая соразмерность, да? Но я все больше о сочетании, о соседях думаю. Вот, например, приглашают вас на выставку, вот вы должны принять решение, вы участвуете или не участвуете. Вот первое, чем я интересуюсь, кто еще участвует? Соседство, соседи. Вот кто? Вы же будете висеть? В каком сообществе? Кто будет рядом? Как-то я принес еще довольно-таки юным человеком в галерейку работы свои, по-моему. Или показал им работы, какие я хотел бы участвовать. Они сказали, не формат. Не формат. То есть у них концепция галереи, вот что-то такое, мам дорогая. В общем, я не формат там совсем. Там такое, мам, ужас. Для меня. А для них нормально. И покупатели, видимо, хорошо берут. То есть соседство важно. Так и в живописи. Вот один цвет, он ничего не значит. Грязный он, не грязный, серый, не серый, черный. Что рядом важно. То есть это вот мозаика. Из чего она состоит? Какие рядом соседи? Пьющие или гулящие? Или нормальные? Вот тут вот вся петрушка зарыта. Мы на набросках, к нам приходил итальянец Крис. И я как-то тоже произнес, вот такая петрушка. Он изучал русский язык, преподает итальянский здесь, в Москве. Он, петрушка? И записал себе петрушка. А что это значит петрушка? Ну, все хохочут. Я говорю, ну, зелень петрушка. Вот идиома, да? Вот такая петрушка. Он записал. Ну, зелень, да? Кушать. При чем здесь петрушка? Так что давайте... Я смешиваю и три, и более цветов в одном мазке. И ничего себе, и не грязь. Важно, чтобы этот мазок был в сообществе гармоничен, на своем месте, вот по тону. Из тех цветов, которые я намесил в одну кисточку, неизвестно что там, вот в тоне, чтобы он лег. Да. И примерно, если это мощный мазок, он должен... быть из таких цветов, чтобы в сочетании издалека он производил точное впечатление. Например, световой мазок, да? Что там туда попало, неизвестно. Но чтобы в сочетании этих цветов он создавал вибрацию теплую или холодную и нужного тона. Вот это важно. Ну, спасибо, Александр, большое за вопрос. Успехов вам в живописи. Ну и ставьте закорючки всякие. Пальчики тудым-судым.